900 донских волонтеров приняли участие во всероссийской переписи населения 2020. Об этом сообщает официальный сайт правительства области. Добровольцы помогали гражданам пройти перепись на специальных участках, в том числе в МФЦ, а также на территории предприятий. В Ростовской области работали 76 переписных участков на базе многофункциональных центров. Ежедневно обеспечивалась работа трех смен по 4 часа, и на каждую выходило не менее 2 волонтеров. Также переписные участки функционировали на территории 55 предприятий Ростовской области. Напомню, всероссийская акция «Волонтеры переписи» была реализована с 15 октября по 14 ноября этого года на территории Ростовской области Комитетом по молодежной политике региона совместно с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области. Наш регион вышел на 13-е место среди субъектов РФ по доле переписанного населения.